Всем привет! 100 лет не виделись. Я на ночь глядя в Китайский приехала. Уже начало 11-го. Он работает хорошо, что не знаю, до 10. Ой, до 11. У меня маскировка. Смотрите, пустота, красота. Так как у меня доллар в машине валяется, я с такой тачкой. Боже мой, а что он какой-то белым чем-то побрызганный? Или это грязь какая-то? Хотела взять виноград. Я даже не знаю. Вот этот не побрызган. 4.99, а этот 3.99. Но этот стрёмный какой-то. Вот видите, ёжики продаются by air. На этим самым самолетом тянули. Значит, это Fresh Thailand Rambutan. Rambutan. А вот есть такое. За 6.99 Longan. Тоже by air. Что это такое? Fresh dates. Гинсенг. Гинсенг фрут. Вообще не знаю. Вообще непонятно, что это такое. Это слива. Гатор. Пламкот. Пламкот какой-то. Абрикосы по цене единорога 9.99 за вот эту пачку, но это не абрикосы. Локвайтс. А вот вкусненький дурянчик лежит, ждет меня, но он слишком дорогой. $26 вот эта упаковочка. Не замороженный, типа свежий. И вот. Уже самый любимый мой фрукт. Кто еще любит дурианы? Так, а что я взяла? Только виноград? То я за этим тачкой тащилась. Так, я хотела еще помидоры взять. Что такое? Вот такой. Таким я себе иногда балую. Но вот это какой-то уже 300 раз замороженное, размороженное. Не хочу такое. 9.88 за вот эту вот упаковку. Окей, я хотела набрать еще этих... Господи, как они называются? Авокад. Так, вот это вот 5.99 за вот эту упаковку. Типа 1,3 килограмма. Нету Санта-Клауса, дыни. Только такие почему-то. Вот, подняли цены. Это ужасно, несправедливо. Было 2,99. Вот только месяц назад я обнаружила, что тут самые дешевые авокадо. 6 штук 2,99 было, а теперь уже 3,99 сделают. Жадины. Жадины. Надо, что не спели. Хотелось бы уже сразу поесть. У меня нету дома спелых. Ну, вот эти возьмем. Надеюсь, оно все не полетит, конечно. Так, помидоры какие-то там сейчас взять надо. Ночной шопинг в пустом магазине. Очень, кстати, интересная вещь. А, вот эти вот. Я как-то взяла, они были вообще все желтенькие. А тут надо, чтобы они спели. А вот чтобы взять и
и прям готовые, кто не получится. Я вижу вот тут вот хорошие желтые. Сейчас буду переставлять 300 раз эти коробки. Вот эти вот, они как будто бы прям уже мягкие. Главное, чтобы не гнилые были. По крайней мере, парочку штук. Так, они стоят 19,99. 19,99. Вот тут я вижу такой уже хороший желтенький. Ой, я еще вот этот возьму. Как я на машине. Вот у нас авокадовая диета. Ой, не авокадовая, а манговая диета, так сказать. Помидоры здесь вообще никакие. Слушайте, вкусные я покупала. Так они такие пахнут, ароматные. А тут, ну... Костка я уже не поеду, мне вообще лень что-то вообще куда-то ездить, если честно. Сделала стрим из Костка. Боже, потом посмотрела в запись эту. Такое плохое качество, там видно интернет плохо ловит. Прям вообще. Так, значит, доллар 98 за ЛБ, за фунт. Так что, в общем, никаких стримов, потому что качество съемки очень плохое. А эти, кстати, пахнут. То я как-то брала вообще никакие, а эти пахнут. Так что... Да... ароматненькие. Так что это большая радость. Огромная. Давайте я поставлю сюда. Все такие деревянные. Вот, кстати. Кстати, это не то, что я хотела сказать. Вот такими огромными пакетами. Это 1,5 килограмма чищенного чеснока. Он уже порезанный. Залазит туда. Чесночок можно достать. Стоит $5. А можно такой вот корешок купить? Эдо зачем-то. Кстати, может надо вот это вот? Баклажанчики. Возьму. Сейчас оторву пакет. И буду ложить, складировать. Какие чесночки. $2. Так. Я, наверное, Fresh Redis. Мне кажется, что я ела такое... в Мексике чищены. Что я сделаю? Я возьму одну штучку и попробую. Все не такое. Все и та не та, и та не та. Та огромная. Я хочу поменьше все. Ладно. И я хочу взять один бурячок на борщ. О, что это такое? Джукама какая-то. Джукама. Но такое я не знаю. Тоже какой-то корешок. О, так. Это доллар. И это рэдиш. Грин рэдиш. И это рэдиш. Ладно, ту попробую уже положу. Так, потейтос, видите, было уже, короче, 4,99, стало 5,99. Только единственное, что на yellow. Мы не любим yellow, но везде yellow.
Белую очень сложно найти. Они то продавали белую, теперь видно у них какой-то завоз этой желтой. Это вот непонятное, уже сразу черное видно. Сейчас буду прям перебирать среди ночи картошку. Ну, это получше. Тоже какая-то цятка. Но получше. Вообще-то я первый раз здесь с телегой. Всегда все в руках тяну. Именно с такой телегой, которую можно вывозить за территорию кассы. Бурячок. Так, что у нас падает? Картошка. Бурящочки. Да что ж ты будешь делать? Мне надо маленький просто. На одну борща кастрюлю небольшую. Потому что я хоть и обожаю борщ, но я его не ем. Потому что диета. Вообще обожаю борщ с грибами, туда фасоль еще, ну, начать варить ее за 2 часа до того, как борщ варить. И грибы тоже. Так, не, это я одной рукой это не сделаю. Ладно. Я, в общем, в борщ бросаю сейчас цветную капусту, потому что обычную покупать... Саша младший начинает носом крутить, что он ту не любит. В общем, а эту головку купить и с курицей жарю там часть, а часть в борщ. Сегодня, кстати, делала такие горшочки, пекла с мясом, с картошкой, туда эту капусту цветную кинула. Турмерик. О, турмерик. Это очень полезная вещь. Первый раз ее здесь, по-моему, вижу, если у меня, конечно, память не подводит. Ну что я с ней буду делать? У меня уже гниет там этот имбирь. Буду теперь на пару с турмериком гнить в холодильнике. Не, надо с ним сначала что сделать. А можно взять пачку грибов к этим, тем баклажанам. Две за 5 или что? Фрешма машинс. Органик машинс. Да, мне кажется, это такая тяжелая. Бамбук. Так, надо побольше набрать. Я одна в магазине. О, кия, видите, какая морковка. Это бурдок рут. Такая вот 1,5 метра морковочка.
Это что у нас? Это соя бин. Green bean sprout. Соя бин и green bean. Окей. Что еще взять? Бананы. Посмотрим еще, что с бананами. Бананы тут дорогие. Дешевые очень фудбейсики. А тут не дешевые бананы. Окей. Так, наверное, апельсины возьму. 412. 4. По-моему, вот эти вот вкусные. Блин, это надо нарвать пакетов. Так, я сейчас уберу вот это, потому что будет у меня каюк. Это уже типа расфасовано. У меня раз... Может и не брать пакеты, потом их выбрасывать. Да блин, две даже не влазят в руку. Так, уже кто-то надгрыз. Окей. Еще я хотела водоросли. Так, это такая у нас тусня в овощах и фруктах, но как жаль, что нету этой дыни хорошей. Смотрите, как сделали желтые сетки и оранжевые. Оранжевые более привлекательные. Сами. Но они какие-то мягкие. Такие прям типа вон не подгнившие. Нет, ешьте сами. Так, может, я что-то не увидела вкусное здесь. Все видят, а я не вижу. Экзотика. Ладно, я пошла водоросли возьму и буду уже идти, потому что как бы встала в 5 с чем-то утра, на работу надо было ехать, а сейчас уже почти 11, а я тут лажу, как будто бы завтра не надо на работу, но завтра надо, потому что сегодня только понедельник. Так, что это такое? Курка. За фунт 3,99. Чикен. Как-то купила здесь рыбу, что не в восторге были мои от той рыбы. Хотя вроде она была нормальная, ничем не воняла, ничего, что носом крутят. Что это такое у нас? Squid, corner pieces. В общем, кальмары. Увидите, вот, что пишут они. Это кальмары. Вот мои водоросли любимые. Вы их не берите, потому что каждый раз что-то подлюблю, а потом его все берут. Вот это я ни разу не пробовала, что такое тут какие-то разноцветные штуковины плавают. Эти не очень водоросли, мне не понравились они. Тут были другие пакеты, уже нету. Были классные такие. Вообще не завозят уже где-то год, наверное. Ну все, вот это вот и все.
это такое всякое непонятное. Эти кассы пустые. Green bean stretch sheet. Это закручивать роллы какие-то. $2. Ягоды годжи. Red goji berry. $4. Ой, падает. Так, у меня вышло на $137, почти $140. Конечно же, я пакет не взяла, побежала сразу на кассу. Ну, в общем, вот это все, что я взяла. Просто получается по $20 эти манго. И плюс авокады по 3,99 4 штуки. Бурячок вышел 76 центов. Один. Помидоров получается на 7,58. А оранжес, где тут апельсины? Апельсины получается на 8,13. 6 апельсин. Три пачки по $10. Ну, в общем, вот так. Никого на плазе, никого в магазине, никого.